Она должна отойти от компьютера, и тогда я смогу подключиться. Получилось? Да. Мы в разделе инструкции банка. Чтобы перевести такую сумму, нужна подпись одного из вице-президентов. Сокологорская в их числе? Угу. Первая в списке. И еще. При операции должен присутствовать операционист. Не трогай там ничего. Хорошо. Молодец, сынок. Готовься, милая. Отлично. Сейчас отправь из ее личной почты анкету Кристины в отдел кадров. Верно. А что с инвалидом? Вот последние данные. 6 марта оформлен развод с Сокологорской. С апреля живет в своей квартире в Москве. Работает тренером в спортивном клубе на Варшавке. Да, и по субботам и средам посещает физиотерапевта. Что у него с документами? Он может выехать в Европу? У чемпиона есть виза. Получил полгода назад, когда возил детскую команду на соревнования в Германию. Отлично. Заберите от греха подальше его загранпаспорт. Срочно. Давай. Ну, если вас сама Инга Михайловна рекомендует, с четверга можете выходить на работу. Спасибо. Проверка в банке начнется в конце недели. Сразу закинь в прессу, что их трясут из-за отмывания денег. Сможешь? Легко. У нас осталась одна проблема. 20 миллионов евро – это слишком много. Что это значит? Кипрский банк при таких переводах требует подтверждения со стороны главного бухгалтера Московского банка. Нужны ее подписи, аналоговая и цифровая. Это конец. У нее есть семья, дети? Муж и дочь, 20 лет. Ну тогда все только начинается, сынок. В субботу ловушка захлопнется. Солнышко, тебе нужно поставить свою подпись здесь и здесь. В принципе, ты сама это знаешь лучше. Да, и ты отдашь мне флешку с твоей электронной подписью. Здесь два билета до Кипра. Вылетаешь через 3 часа, мои парни проводят тебя до самолета. А через неделю ты вернешься в Москву. Ты поняла? Через неделю. А если что-то пойдет не так, мы всегда сможем вернуться и испортить твою жизнь навсегда. Договорились? Доброе утро, Ольга Витальевна. Доброе. Привет, любимая. Ксюш, поторопись, я опаздываю. Вам ужин готовить? Не надо. Вечером буду поздно. Тогда и мне не надо. Почему? А тебе куриную грудку на обед и жареные овощи на ужин. Ой, это папа. Да, пап? Привет, радость моя. Ты сегодня со мной? Конечно, с тобой. Конечно. Хочешь на соревнования съездим? У меня в 9:30 занятия по китайскому. Давай я за тобой после этого заеду. Только маме скажи, а то она не отвечает. Хорошо. Все, до встречи, малыш. Пока. Пока, пап. И обед мне тоже не нужен. Мы после соревнований пойдем победу отмечать. Ксюша, а поцеловать? Ну, мама, я опаздываю. Они там с мужиками напьются, а девочке придется все это смотреть. Сережа не пьет. Потом он ее еще забудет оттуда забрать. До вечера. До встречи.
что, отпустила? Нет, даже трубку не берет. Добрый день. Здрасте. Садитесь. Вы пропустили две процедуры на этой неделе. Так нельзя. Я готов. Угу. Ложитесь. Отдыхайте. Расслабьтесь. Пациент заснул. Он уже давно на обезболивающих. У вас не более 3 часов. Она на месте. Оставаться с ней? Артём, подъезжайте к школе заранее. Да, я понял, Инга Михайловна. Здравствуйте, Инга Михайловна. Здравствуйте. Доброе утро, Инга. А почему мы все-таки работаем в субботу? Во-первых, Андрей Борисович, мы с вами не переходили на «ты». А во-вторых, в момент внеочередной проверки ЦБ по циркуляру банка весь центральный офис работает по 6-дневному графику. Читайте инструкции. Хорошо. Добрый день, Инга Михайловна. Здрасте. Стерва. И вам доброе утро, Андрей Борисович. Контроль валютных операций. Вы у нас новенькая, Кристиночка? Да. Очень приятно. Свет, привет. Здравствуйте, Михайловна. Аудиторы Центробанка будут в час. Вот новый запрос на документы. Зарубежные переводы. Позови ко мне главбуха и юриста. Юристы будут, а Алина Сергеевна заболела. Здравствуйте. Здравствуйте. Будет зам. Плохо. Что у нас еще? Еще пресса. Пишет, что проверка у нас может привести к отзыву лицензии. Чушь. Оставь газеты и приготовь мне кофе с молоком. Будешь? Конечно. Ксюша! Папа! Иди, моя радость. Наконец-то мы увиделись. Ксения, мама велела ехать домой. Я же сказала, что поеду с папой. Ксюша, у меня есть точное указание. Садись в машину. Поехали. А в чем дело? Поехали. Послушай, моя дочь поедет со мной, ты меня понял? Ее ждут дома, и уедет она со мной. Пошли. Убрал руки. Пусти. Ты меня не понял, что ли? Инвалид хренов. Аккуратней с ней. Тебе это так не сойдет. Папе, лучше поеду домой, чтобы маму не расстраивать. Я в следующий раз обязательно останусь с тобой. Хорошо, малыш. Я позвоню, радость моя.
Почему ты не отпустил ее со мной? Сегодня суббота, у тебя есть время, воскресенье. Соревнования проходят в субботу, а не в воскресенье. Я тебе специально звонил и просил, чтобы ты ее отпустила. Это важно прежде всего для нее. Хотя тебе же все равно. Ты же не занимаешься ее воспитанием. Сереж. Что, Сереж? Прекрати орать, а? Почему? Чтобы не привлекать внимание, да? Чтобы люди не знали, что ты забыла про свою дочь? Что ее воспитанием занимается няня и водитель? Или чтобы своим присутствием вообще не мешать тебе жить? Остановись. Ты своим поведением и несдержанностью опять все портишь. Если ты не остановишься, ты больше никогда не увидишь Ксюшу, понял? Хорошо. Посмотрим. Однажды ты ее потеряешь. Вот увидишь. Человек 20 и камера. Супер. Это лучшая суббота в моей жизни. Инга Михайловна, уже 9 часов. Может, пора поехать к Ксюше? До свидания. Там ужин, а ты? Почему бы и нет? Я подумала, может быть, ты зайдешь сегодня ко мне? Если приглашаешь, то, может быть, зайду. Ну, я вижу, ты не против. Что? Ничего не поела. Не выходит. Ясно. Ксюша, открой дверь. Ксюш, мне нужно с тобой поговорить. Когда ты вырастешь, ты обязательно меня поймешь. Твой папа вспыльчивый и несдержанный. Мой папа самый лучший. Ксюш, открой дверь, я сказала. Папе лучше поехать домой, чтобы маму не расстраивать. Чем я попёрся в этот ресторан? Остановись! Если ты не остановишься, ты больше никогда не увидишь Ксюшу, понял? Так, ладно. Не открыла? Как Сергей не понимает, что он каждый раз дестабилизирует ее? Я нужна завтра? Нет. Артем вас отвезет. Ну что, Ингочка, спасибо. До свидания, все будет хорошо. До свидания. Водила сейчас должен открыть ворота. Быстро заходим, и главное – сигнализация. Готовность минута. Повторяю по именам, никого не называть. Я первый, ты второй. Вы Мюллер и Крюгер. С чего это? Учитесь говорить по-немецки. Герр Мюллер.
Поднажми вон, ворота открываются. Это охрана, вот ее телефон. Девчонку найди. Ага. Успокойся, успокойся, спокойно! Тише. Спокойно, ваша жизнь в твоих руках. Ты знаешь, что говорить. Здравствуйте, центральный пульт охраны. У вас сработала сигнализация. Назовите пароль, пожалуйста. Диагональ. У вас что-то случилось? Нет. Я просто показывала няне пульт. Я случайно нажала. Будьте аккуратнее. До свидания. Связать их. Быстро. Не трогайте мою дочь! Пожалуйста, пожалуйста. Черт! Что ты возишься? Да она не открывает! Отойди. Ноутбук забери. Мама, помоги мне! Найди ее телефон. Отпусти мне, больно! Да, замолчи. Отпусти, мне больно! Ксюшенька, Миленька, все будет хорошо. Золотые слова. Все действительно будет хорошо, если вы все будете делать то, что я скажу. Возьми телефон водилы. Так, тело убери в гараж и принеси его пистолет. Значит, по ножкам пройден, солнышко. Не будем раздражать зверей. Теперь осталось получить только мой личный зачет. И тогда ты выиграешь свой джекпот. Сейф на втором этаже. Так. 18-11-80. Там драгоценности. Их немного, но это все, что есть. Еще есть карта. На ней. 2 миллиона. Я могу поехать с вами в банк и снять наличные. К сожалению, это все, что есть. Как же ты себя дешево оцениваешь, а? Моя прекрасная. Ах, как дешево! А, Инга Михайловна! Первый, я готов. Мне нужен код. Ксюша, Ксюша, иди ко мне. Пароль от ноутбука и телефона быстро. Я не храню дома никакой ценной информации. Мне плевать, что ты там хранишь. Повторяю еще раз пароли. Быстро. Ник. 2004. Все за главными. Ты слышал? Да.
Пароль верный. Я у него в компе. Не испытывай меня. Это счастье, как тебе что-то... Ну что ты? Случайно. Мюллер, двор на тебе. Понял. Добрый вечер. Здрасте. Хотели бы что-то конкретное? Понятия не имею. Цветы. Большой букет? Не знаю. Небольшой. Я подберу сама? Хорошо, давайте. Спасибо. Не будем тянуть. Сегодня ночью ты, моя прекрасная Инга, переведешь 20 миллионов евро с резервного офшорного счета банка на Кипре на свой личный счет. На второй частный банк в Праге. Это невозможно. Для перевода такой суммы нужны согласования. Ты не вешай мне лапшу. Если бы банк хранил деньги вкладчиков в России, то согласование бы нужно было. Да. А поскольку вы спрятали их в дешевом офшоре, то перевод займет ровно 36 секунд. Я ничего не знаю про кипрский банк. Заткнись. И не раздражай меня. Или, может, ты не хочешь задавать своим хозяевам неудобных вопросов? А вот твой бухгалтер знает про ваш счет. Да, ну конечно, подтверждение нужно. И сделает его сам вице-президент банка. То есть ты. Приложив свою ручку к сканеру отпечатков в родном терминале центрального офиса. Готово. Думаю, ей понравится. Хорошо, сколько? 500 рублей. Надеюсь. Спасибо. До свидания. У вас ничего не получится. Это с чего это? Нет доступа в банк. А! Охрана вас просто не пустит. На выходные отключен терминал системы переводов. Для того, чтобы включить систему, нужны коды доступа и ключи. Ключи к терминалу, которые есть только у начальника безопасности и у начальника смены. А коды доступа знают айтишники и главный бухгалтер. Это так. И мы это знаем. И еще мы знаем, что нужны подписи трех людей. Контролера, операциониста, главного бухгалтера и твоя. Начнем с ключа. У нас есть ключ, солнышко. Котик, взгляни на фотку. Эти ключи? Эти? Можешь не отвечать. А вот это... Главный бухгалтер, Алиночка, она уже подписала платежки и отдала мне флешку. Мы все успеем за 3 часа. Иначе твоя точка. Что тут у нас? О! Люблю людей с хорошим вкусом. Давайте выпьем кофе, у нас впереди долгая ночь, а ты подумай. Подумай, прелесть моя. Замки нет.
не изменил. У нас гость центрального входа. А ну, иди сюда, диван, быстро! Сиди здесь. Инга! Инга! Инга, вы дома? Чемпион, ты на полу. Дуй наверх. Ксюшенька. Какой кофе ты мне испортил? Ты теперь поняла, что твои гости настроены серьезно, а? Мы будем действовать очень просто. Я говорю, ты исполняешь. Или? Что вам нужно от нас? Заткнись, а то я тебе сейчас язычок-то порежу. Ты поняла, что нужно делать? Платеж с Кипра автоматически уйдет в 9:00 в понедельник. В это же время мы с тобой входим в банк в Праге. И ты оставишь свои подписи на двух документах. И денежки потекут на сотни счетов по всему миру. И запомни, красавица, я не садист. Но если ты не будешь дергаться, все останутся целы и невредимы. А если я не увижу твоего участия, он и он потихоньку всех убьют. И твоя дочь не исключение, понятно? Вы что, банк хотите ограбить? Дошло! Наконец-то! Зачем ты это все рассказываешь? Что? Вот это все при свидетелях! А затем, что у нас теперь два пути. Или вы делаете то, что я сказал, и мы о вас быстро забываем. Или мы всех убьем, и свидетелей не оставим. Я тебе повторяю, я не садист. Я даже готов вам деньги дать на хорошую жизнь. А для тебя, больной придурок с пустым кошельком, это должно быть актуально. Что? Не можешь встать? Как тогда на ринге, да? Тоже не встал. Помнишь? Тихо. Заткнись! Мой папа побьет тебя, если у тебя не будет пистолета! Ксюша! Не вмешивайся! Тебя уже дочка защищает. Сука. Ты молодец, малыш. Папа действительно бы меня побил, если бы у меня не было пистолета. Но у него нету пистолета, а у меня есть. И я тут решаю, кому жить, а кому умереть. Все. Хватит. Итак, ты приведешь себя в порядок и возьмешь пропуск. И мы пойдем в твой банк. Инструкции, охрана, люди, камеры. У вас ничего не получится.
если я пойду в банк, меня посадят в тюрьму, пожалуйста, посадят в тюрьму, пожалуйста. Послушай, твоим хозяевам наплевать на тебя и на эти деньги. Нет. Они будут молчать. Операция пройдет по балансу банка, и никакая проверка ее не увидит. Ну а если поднимется шум? Если поднимется шум, то у банка отнимут лицензию, а ваши акционеры этого не допустят. Ничего не получится! Ничего не получится! Ничего так, не получится! Нет, очнись, нет, ты не нет, поняла! Нет. Ты ни черта не поняла! Послушай еще раз! 20 миллионов или их жизни! 20 миллионов или твоя дочь умрет! Поняла? 20 миллионов рублей! Я не могу больше! Заткнулись все, я сказал! Теперь поняла? Я все найду! Я все найду! Отлично, уберите ее! Не смотри! Слушай, не смотри! Второй, Камила. 10 минут. Отлично. Найди ее косметичку. Пусть приведет себя в порядок. И выезжайте в банк. Все. Инга, Инга, послушай. Все, Инга, хорошо. Нельзя ехать в банк, Инга. У тебя 5 минут. Слушай меня. Инга, слушай меня, я тебя прошу. Я все сделаю. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Успокоился? Да. Что там? Там все в порядке. Уезжаем в банк. Как у тебя? Все счета активны. Они сделают платеж под нашим контролем. Деньги на Кипре спишутся ровно в 9 утра в понедельник. К 14 часам отчет придет в Москву. К 3 часам контролеры поднимут шум. У нас будет 5 часов, чтобы перевести деньги на сотню счетов и исчезнуть. Вирус загрузится отсюда, из ее компьютера, и сотрет все следы. Если что, все будет указывать на нее, как на организатора. Молодец, сынок. Папа, а что... Что будем делать с ее мужем? Не знаю. Решим после банка. Жена готова, вот муженька лучше припугнуть. Он слишком активен. Может быть, я с этим как-то справлюсь, а то у твоих людей не очень получается. Я сам. Ну, как знаешь. Сука. Выше нос. Все будет хорошо, ты мне веришь? Ты, главное, делай свое дело, сынок. На всякий случай, я сделал фантом счета. В кипрском банке. Если греки придут на работу и попытаются остановить операцию, они ничего не увидят. Супер. Заканчивай. Инга, Инга, мы не должны ехать в банк. Мы должны договориться с ними здесь и сейчас. И ехать хорош, вместе с Ксюшей. Тогда мы переведем деньги. Иначе они нас... Мама! Запри девчонку наверху. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Послушай свою маму. Она впервые начала понимать, что ей делать. Я скоро вернусь. А ты утри кровь своего муженьку и собирайся в банк. Все в машину. А его тоже? Да, его тоже. Его не пустят. Пустят. Ты постараешься. Ты постараешься, я тебе сказал. И не забывай, с кем ты оставляешь своего ребенка. Давай все в машину, быстро. Да двигай копытами. Здравствуйте. Здравствуйте. Все в порядке. Мы в зал валютных операций к терминалу. Нужны ключи? Я позвоню старшему. Не надо, Андрей Борисович, удобнее своей. И оставайтесь на посту, вы нам не нужны. Странно. Вы не боитесь, что мы составим фоторобот? Тебе-то что? По инструкции все соблюдено. Сработает в твоем банке? Они все знали. Заткнись. Заткнулись оба. Они хорошо подготовились, все продумали. Нас не оставят живых. И ограбление тоже свалит на нас, на меня.
только деньги окажутся у них, они нас убьют. А что ты предлагаешь? Они убили водителя, Ксюшу. Заткнитесь оба. Каждое ваше слово слышат в доме. Одно неправильное движение и... Да, этот чемпион не так глуп, как кажется. Раз он и сам уже все понимает, нам остается только завершить дело. Так, сынок, загрузи в соцсети его переписку с Кристиной. Их фотографии из больницы туда же. И добавь его письма к жене. Пусть требует деньги и угрожает похитить ребенка. Все ее действия должны указывать на то, что она решилась на ограбление из-за его шантажа. Его лично видела охрана. Любой следователь скажет, что в таком треугольнике на такой план мог решиться только мужик. Значит так. Мы оставляем его здесь. Под присмотром наших парней. Пока я с банкиршей не доберусь до Праги. А в понедельник полиция его в этом доме и найдет. И пока они будут разбираться, мы уже будем очень далеко. А девочка? Охрана звонит начальнику. Подожди, сейчас включу клон войс. Окей. Да. Андрей Борисович, доброй ночи. Извините, что разбудил. Это Колокольников, третья смена. Да, Федор. Что случилось? У нас код 5-0. Ночное посещение. Инга Михайловна? Так точно. С новенькой операционисткой. Я предупрежден, все в порядке. Только Инга Михайловна с бывшим мужем пожаловала, а это нарушение. Федор, ты же Федор? Да. Послушай, дай людям помириться. Они и так сегодня в ресторане поскандалили. Еще вопросы есть? Нет. Понял. Спокойной ночи. Все в порядке? Да. Сделал письмо от Инги к бухгалтерше. Банкирша просит ее помочь. Муж достал, похитил ребенка, требует деньги. Ну и между делом просит подписать срочный документ. А письма с его стороны, номера счетов? Уже на его почтовом ящике, который он как будто тайно создавал. Лоховским способом. Для тренера сойдет. Сынок, мне надо с тобой поговорить. Нужно, чтобы ты взял девчонку на себя. В смысле? Я не поеду с вами? Ты прилетишь, как только мы получим бабки и отпустишь ее. Я? Один с ней? Соберись. Этот чемпион хорошо дерется. Нет. И один человек с ним не справится. Поэтому я хочу, чтобы сторожила именно ты. Все, что тебе нужно, это посидеть с ней сутки в пустой комнате. И отпустить, как только мы переведем деньги. Ну или... Или? Ты же обещал! Это не придется делать! Да ладно, не волнуйся. До этого не дойдет, я уверен. Но если что... Ты знаешь, что с этим делать. Я не слышу.
Держись. Будь мужчиной. Инга, ты слышишь меня? Я все сделаю для тебя. Сереж, я не знаю, что делать. Давай! Я разорву всех. Ты им нужна, пока они не переведут деньги из Чехии. Постарайся в понедельник оставаться в банке максимально. Слышу. Хватит болтать! Иду с тобой. Я люблю тебя. Ты поняла? Поняла? Что вы с ним сделали? Успокойся. Он поспит здоровым сном, пока мы с тобой не покинем страну. Так, вы знаете, что делать. Ты же нас не кинешь? Хватит бред нести. Вот тебе гарант. Машину будешь ждать у границы, как договорились. Водила утром позвонит. Держи телефон. Я позвоню утром. Один раз перед входом в банк. Прошу не опаздывать. А что с ней? Второй займется девчонкой. Не сиди меня, мне Ксюша, больно. Пойди быстрее, слетай уже. За тобой приду. Мама, мама, куда они меня ведут? Уведи ее. Какой, мама? Давай, быстрее. Тебя приходит. Понял. Сейчас еще одну дозу вкатим. Да. Я буду на 56-м километре от белорусской границы. На заправке рядом с кафе. Хорошо. Окей. Ждать буду только 20 минут. Что с деньгами? Получишь на месте. Окей. Я понял. До встречи. Водила? Да, он самый. Автобус с дип-номерами будет на 56-м километре до Бреста. Зараза, уходить надо. А когда? Через 10 часов. Стоять будет 20 минут и больше. Заканчивай. Сейчас вколем ему препарата побольше и рвем когти. Не сдохнет? Нет. Ему каждую неделю 3 раза обезболивающих кололи. Он, считай, наркоман. И не такие дозы выдержит. Звать полицию. И что ты им скажешь? Ты что, чемпион? До сих пор не понял. Ведь это ты ограбил банк. Ты бредишь, что ли? Вы убили этих людей. Одна из вас ходила с нами в банк. Ну где же эти трупы? И где ты найдешь ту бабу, с которой ходил в банк? Ты хоть раз найдешь. Думай, чемпион, думай.
У тебя только один путь. Или ты дождешься понедельника, и если все пойдет так, как надо, отпустят и твою жену, и твою дочь. А иначе всем конец. Вы все равно их убьете, когда получите деньги, и все свалите на меня. Ладно, поступим по-другому. Ты что? Ты что собираешься делать? А? Ты что делаешь? Спасаю свою семью. Алло, полиция. У нас тут что-то происходит. Всем сказал, связь в понедельник утром на месте. Выше нос, солнышко.
Простите, у вас есть навигатор? Есть. Посмотрите, пожалуйста, второй частный банк в Праге. Быстрее, прошу вас. Ну. У вас все хорошо? Адрес какой? Как вы сказали? Водичкова, дом 12. А до Бреста? До Бреста и так скажу. Сколько километров? 960. Номерами будет на 56-м километре до Бреста. Сразу уходить надо. А когда? Через 10 часов. Комфорт обеспечить не могу. Можно мне поговорить с моей дочерью? Поговоришь, поговоришь. Завтра пойдешь в банк и поговоришь. Пятая колонка, 30 литров, пожалуйста. Спасибо. Центральная. Центральная, на центральную. Бачу машину с побитым шклом, с российскими номерами. Диктует. День добрый. Послушай, мне нужно в Брест срочно. Денег нет, потом заплачу, сколько скажешь. Я тебя по-человечески прошу, мне пожалуйста. Мне не по пути. Я не таксист. Другой аргумент приведу. Послушай, или ты меня везешь, или я тебе все зубы выбью. Ладно, поедем. День добрый, Ваня. Сойду на дорожку. Хорошо. Давай, давай, давай. Да ну, машине 20 лет. Я даже не знаю, как до сюда мы докатились. 15 минут осталось. Ну, прошу тебя, давай, а. Ну не едет она, видишь, не получается.
что, сможем ехать? Нет. Пожалуйста. Спасибо за кофе. Да уже все сгнило, к чертовой матери. Ищи другого, братан. Выходи. Идем. Извини. Включи телефон! Я чуть не задохнулась. Воды, можно воды? На. Так мало. Все, что есть. Может, развяжешь руки, я сама попью? Нет, пей как можешь. Или опять рот заклею. Ваш паспорт, ПТС, страховка. Спасибо. Я могу ехать, господин лейтенант? Проезжайте на сканер, посмотрим вашу машину. О, пожалейте меня. Я стоял у поляка в пятницу в очереди на сканер 4 часа. Если я опоздаю в Братиславу, меня снимут с работы. Пожалейте, прошу вас. Я почти пустой. Посмотрите посадку.
Ну ладно, проезжайте. Пускай поляки вас дальше мучают. Окей, спасибо. Удачи. Один? Второй заболел. Где мы? Как имя твоего хозяина? У меня нет хозяина. Постой. Где деньги? Деньги где? Вот с этого надо было начинать. Денег нет. Завтра будут у нас? Да. Что сказал пластический хирург? Меня никто не узнает? Никто. Никто-никто? Никто-никто. А сколько будет заживать? Минимум месяц. Тогда не будем терять времени. Черт! Отпусти меня! С чего бы это? Потом всю жизнь будешь жалеть. Ты хороший. Хороший? Откуда ты знаешь? Что ты лезешь ко мне? Замолкни, или я тебя сейчас... Или ты мне опять рот заклеишь. Заклею. Добрый день. Приложите, пожалуйста, руку к сканеру. Личность подтверждена. Госпожа Сокологорская. Все верно, госпожа Сокологорская. Финансы поступили. И мы авторизуем их, как только вы подпишете бумаги. На этой флешке суммы и адреса счетов, на которые надо перевести финансы. Окей, но вы можете сделать это дистанционно, в мобильном офисе банка. Мы торопимся, и лучше, если это сделаете вы, а госпожа Сокологорская заверит платежки. Нам так удобнее. Конечно, вам придется немного подождать.
Не спал? Тебе-то что? Развяжи меня и отведи в туалет. Давай, развязывай, а то я тут все сделаю. Достало. Мой муж сказал, что вы нас все равно не отпустите. Ваш бывший муж ничего не понял. Вы мне не нужны. И молитесь, чтобы все случилось так, как я хочу. И деньги поскорее осели на моих счетах. Давай, быстрее. Закрой дверь. Все, госпожа Сокологорская, мы начали проводку операции. У вас очень много платежей, на это понадобится минут 30. Тогда мы можем получить уведомление о поступлении финансов. Скорее всего, 30-40 минут, и вы будете оповещены. Прекрасно. До свидания. До свидания. Всегда рады вас видеть. Вы обещали отпустить Ксюшу, как только я сделаю перевод. Не торопись, солнышко. Пусть денежки осядут на счетах. Да иди ты к черту, я даже не знаю, жива ли она. Послушай, успокойся. Ты слышал, что тебе сказали? 30-40 минут. Хватит! Не трогай меня. Тихо, все почти закончилось. И нечего шуметь. Ты что, волнуешься? Они все должны были быть уже здесь. Что-то пошло не так, что-то пошло не так. Плевать, если деньги у нас, не проблема. Идем в дом, и там дождемся вестей из банка. Чем я могу помочь? Подождите. В таком виде нельзя в банк. Позовите старшего. Владислав, у вас в банке моя жена. Что происходит? Инга Сокологорская. С ней могут быть еще люди, преступники. Быстрее, быстрее. Инга Сокологорская покинула наш банк 10 минут назад. Срочно вызовите полицию. Мою жену и ребенка взяли в заложники, а вас только что ограбили. Стоп, Сокологорская Payments. Что? Остановить все платежи Сокологорской? Мистер Лефо. Да. Уже здесь? Молодцы. Ну, пусть подгоняют машину к подъезду и сам поднимается наверх. Что с голосом? Ничего. Мама в кафе рядом с банком. Заходи к ней. Машина будет через 10 минут. Слева от входа. Ага. Ну что, все отлично, моя прекрасная Инга. Денежки текут рекой. Иди ко мне, солнышко, смотри. Мы с тобой богатые. Если вы получили свои деньги, дайте мне поговорить с моей дочерью. Вы слышите меня? Вы слышите меня? Посиди на диванчике. Верните мне дочь. Сейчас поговоришь? Вы живы? Наконец-то! Почему ты так долго? Я звонил раз 20. Помолчи, девчонка, с тобой? Да, со мной. Она сбежала. Как сбежала?
пошла в туалет. Ты позвонил, я отвлекся. Когда? Прямо сейчас. Она рядом. Идиот, быстро за ней, быстро! Да. Что с ней? Что с Ксюшей? Стой на месте. Сейчас все будет хорошо. Ты же не собираешься ее отпустить? Пиротехника. Хотели убедить нас, что они готовы на все, так? И это получилось. Да, получилось. Как вы могли? Вы же были членом семьи Инга и Ксюша, они же вас так любили. Любили? Как любят прислугу, которой хорошо платят. Да эта любовь сравни, как любят стиральную машину. Что вы знаете о любви? Если бы вы любили друг друга, вас бы не так легко было развести. Развести? Да. Так это вы постарались? Ага. Поверьте, это было несложно. Но почему? Что мы вам сделали? Вы лично ничего. А вот банк, в котором работает ваша жена, 12 лет назад посадил моего старшего сына. 10 лет ему дали только за то, что он списал со счетов у нескольких богатеев каких-то 15 миллионов рублей. Да это разрушило всю нашу жизнь. Эта тварь, которая звалась его женой, бросила своего ребенка, моего внука. Мой младший сын сел только потому, что какие-то бандиты заставили его закрыть долги брата. Помогите, помогите, прошу вас, помогите, откройте! Попробуй двойную дозу. Что случилось? Он упустил девчонку. Урод. Это мой сын. И что? Все равно дебил. Заткнись и сделай укол. Не подходите ко мне. Успокойся, дура. С твоей дочкой все в порядке. Мы сделаем тебе укол, и ты заснешь на несколько часов. А когда ты проснешься, телефон и адрес будут рядом с тобой. Я прошу вас, я же сделала не все, что вы просили. Мы просто сделаем укол. Не подходите ко мне. Не подходите. Я прошу вас, не нужно. Пожалуйста. Нет. Не может быть, банк отменяет операцию. Что? Возвращают деньги. Ты что сказала в банке, тварь? Нет! Звони своему сынку, пусть убьет ее девку! Нет! Все. И тогда я приняла решение. Этот банк заплатит мне за все. А вы просто очень стремительно делали карьеру. Инге понадобилась домработница. И она оказалась чересчур доверчива. Хотя и вас очень легко было вывести из себя. То есть мы еще и виноваты, да? Конечно, Сергей. Каждый сам кузнец своего счастья. Вот я, когда увлеклась карьерой, много работала. Стала заместителем директора института. В результате муж от меня ушел, а дети оказались предоставлены сами себе и угодили в тюрьму. И только сейчас я исправила ситуацию, собрала всех вместе. За наш счет. Кто-то же должен за все заплатить. Мне очень жаль, что ваш неожиданный ночной визит имел такой побочный эффект. Но вы не переживайте, вы их скоро увидите, деньги уже у нас. Побочный эффект? Все, пора заканчивать этот бред. Ваш младший выродок застрял в Москве. И сейчас, скорее всего, сидит в полиции. Банк остановил все платежи, деньги возвращаются обратно. Что, остановили платеж? Да, остановил! Что вы сделали? И полиция едет сюда! Они убьют вашу дочь! Где моя жена? Прекрати, руки убери!
Дети! Они убьют вашу дочь! Вы что, не понимаете? Прекрати! Мне больно! И водитель тогда. Позвоните в полицию. Это женщина-убийца. Стоять! Ты? Что мне сделать? Догони и убей ее. Что? Что ты сказал? Дай ей уйти. Стреляй, я сказал! Ах ты, тварь! Нет! Нет! Попробуешь хоть тронуть, я... Алло, папа, папочка! Алло! Это Ксюша! Он бежал что с ней? За мной! Что он попал под машину! Что? Алло! Алло, мамочка, со мной все хорошо! Мама, Ксюша, это я! Все хорошо! Ты жива? Ксюша! Милая, я люблю тебя! Я тоже тебя люблю! Господи, слава Богу! Здесь люди! Я люблю тебя, милая! Господи, слава Богу! Слава Богу! Что случилось? Там крики. Кажется, центральный вход. Yeah.
Кто вы? Что происходит? Преступники на третьем этаже в квартире слева. Но сейчас задержите вон ту женщину. Остановитесь, мадам. Вы задержаны до выяснения обстоятельств. Ты мне очень нужен. Я люблю тебя.